Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать вот такую вот замечательную сумочку от все того же украинского производителя Катерина Фокс. Она выполнена из итальянской кожи, как большинство сумок этого производителя, с фурнитурой цвета золота. Очень красивая фурнитура, как я уже ранее говорила, она еще и очень качественная. Цвет сумки очень интересный. Бежевая пастель с розовинкой. Ручка длинная, можно носить на плече, можно через плечо. Закрывается на молнию. Вот такая молния металлическая. Внутри светло-бежевая подкладка и карманчик на молнии. На мой взгляд, идеальный вариант для летней сумки. Очень нежная, женственная, элегантная, удобная и в то же время вместительная сумочка. Эта модель представлена на нашем сайте во многих цветах. Я вам покажу еще два цвета. Это цвет морской волны. С золотой фурнитурой. Тоже очень красивое сочетание. И самая покупаемая сумка, наверное, из-за цвета, практично черный цвет, с фурнитурой серебро. Как сказала одна наша клиентка, я была очень удивлена, что сумки Made in Ukraine могут так хорошо выглядеть. Я с ней полностью согласна в этом вопросе, потому как даже если сравнивать их с китайскими копиями, то они не только лучше выглядят, но они и лучше по качеству, и по исполнению, и по материалам, но при этом стоят значительно дешевле. Так что заказывайте на просмотр. Напоминаю, что если вы находитесь в Киеве, вы можете заказать до 5 моделей на просмотр. Удивляйтесь и не забывайте поддерживать украинского производителя. Если вас заинтересовали эти сумочки, вы можете на нашем сайте их более подробно посмотреть и сделать заказ. Спасибо за внимание, до новых встреч!